7 октября 2024, половина седьмого утра. На площадке фестиваля «Нова» играют тот самый трек, что звучал здесь минута в минуту ровно год назад, в момент атаки террористов «Хамас». Музыка обрывается на том же месте, и посреди внезапной тишины раздается пронзительный женский крик. Сегодня это место памяти. Здесь собрались родные и близкие тех, кто погиб от рук террористов «Хамас». Шимон Бушкива потерял своего сына Ярдена. Кажется, что мы видели его в последний раз вчера. Как будто вчерашний день был последним днем прежней жизни. Но прошел уже год новой жизни. И вот мы здесь. Мне было очень страшно ехать сюда. Но я сказала себе, что если не приеду, то это будет победа Хамас. На площадку фестиваля «Нова» почтить память погибших приехал и президент Израиля Ицхак Герцог. Это шрам на теле человечества. Это шрам на лице земли. Мы должны сделать все, что в наших силах, всеми возможными способами, чтобы вернуть наших заложников, которые находятся в туннелях и подземельях Газы. И весь мир должен осознать, что для того, чтобы изменить ход истории и принести покой и лучшее будущее в регион, он должен поддержать Израиль в его борьбе против своих врагов. В Иерусалиме день начался с того, что возле здания Кнессета в присутствии почетного караула в 6:30 утра был приспущен государственный флаг Израиля. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху вместе с мэром Иерусалима Моше Леоном посетили мемориал, посвященный жертвам нападения 7 октября. В этот день, в этом месте и во многих местах нашей страны мы вспоминаем наших погибших, наших заложников, которых мы обязаны вернуть, и наших героев, которые пали, защищая родину и страну. Год назад мы пережили ужасную резню, и мы восстали как народ, как лев. Восстанет народ львов, и как лев устоит. На улицах Тель-Авива люди выстроились в живую цепь, чтобы в очередной раз привлечь внимание к судьбам десятков заложников, которые все еще остаются в плену у Хамас. Мы здесь, чтобы напомнить всем, что у нас все еще 101 заложник в Газе, и мы должны вернуть их домой. И единственный способ вернуть их домой – это заключить сделку. Между тем, по разным оценкам, до трети заложников, остающихся в руках Хамас, на данный момент могут быть уже мертвы. Так, именно сегодня на основе новых разведданных стало известно о гибели одного из них – Идана Штиви. Мероприятия, посвященные годовщине 7 октября, состоялись далеко за пределами Израиля. В Париже участники массовой акции прошли маршем с призывом освободить остающихся в плену заложников. В центре города создан мемориал, посвященный памяти погибших в результате атаки террористов «Хамас». Сотни людей собрались вместе в Сиднее. В Берлине в синагоге Хабад прошла поминальная молитва по погибшим, на которой присутствовал один из выживших при нападении «Хамас». Террор в Израиле продолжается. Заложники по-прежнему находятся в туннелях по прошествии года. Я умоляю вас, продолжайте бороться за этих людей. С вашей помощью они вернутся в Израиль. Мы можем сделать это вместе. Но год спустя война все еще продолжается. Утром 7 октября из-за ракетных обстрелов из сектора Газа сирены воздушной тревоги звучали в центральной части Израиля. Под удар попал населенный пункт Кфар-Хабад, расположенный недалеко от Тель-Авива. Север Израиля подвергся ракетным ударам со стороны Хизбаллах. Ранены десятки человек, повреждены здания и автомобили.